Указом российского президента от 7 ноября 1997 года трое петрозаводчан Юрий Архипов, Федор Ганев и Михаил Дмитриев награждены орденами мужества. В указе написано «За выполнение специального задания». Награды были вручены сегодня в городском военкомате. Как сказал после поздравлений в ответном слове Михаил Сергеевич Дмитриев, он испытывает смешанные чувства. И держа в руках орден за те давние события, он прежде всего вспоминает своих товарищей, не отмеченных никакими наградами и не доживших до сегодняшнего дня. Ну, я выжил, а ребята ушли в небытие. Кстати, с ребятами, с атомщиками, 100 мегатонную бросали. Первый ушел на третьи сутки, а последний 33 дня или 34 дня последний жил из членов экипажа.